тяжелый, сука. Тяжелый, он тяжелый. Он тяжелый. Мои рубины. Какие? Днепросвинец. Тоже на выставке видел? Да. Как вы делали, да, Днепросвинец? Да. Знаешь, что можно заказать? А, вроде комара не жужжат, да? Не, летают гады. Блять. У нас нет здесь, да? А, у тебя же есть какая-то. По-моему, я брал. Вон. Она работает? Да. Я комару пью. Она, да. Ты будешь? Да. Уходите, мухи, уходите от Илюхи. Да нет, в принципе, красиво. Я, может, так ножи, кажется. Не маленький. Ну, мы не за тобой приехали. Маленький говнюк. А все, он вылез. Вылез, да? Да. Все равно, да. Плыви за папкой. Итак, погнали! Ниже по течению пупочек, столик. И будем со стола стягивать в ямку. Оп. 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 Спин прекрасно отбивает 35 грамм. Машка меня съест, наверное. Только что же намазался, все равно лезет. Есть. Хорош. Ушел. Прямо перед свалом стоял. Я за это двойники не люблю. А? Двойники за это не люблю. Одинарник, думаю, сейчас он при подсечке вкорячился бы в верхнюю губу и все. А здесь он... Хотя я поставил не маленький. Ай, мышка летует, а? Один день ее всего не было. Так, с первого заброса одна поклевка уже была. Будем надеяться, что будет вторая. Сейчас по столу идем. Сейчас где-то свал будет. Вот он свал.
Здесь приямок есть. Вот сейчас приямки. Приманка находится. Вчера я оттуда четверку достал. В этих местах судак может быть крупный. Будем надеяться, что нам завалится. Да. Еще попытка. Третий заброс. Так, что такое? Какая-то бель стояла. Может, жерех. По спинам прям падала. Ну, сейчас где-то должна быть поклевочка. Есть. Что ж такое? Два раза двух. Дай мне свою большую приманку. Что же это такое? Минуту такое. Хороший судак здесь стоит. Это, конечно, не пятерка, не четверка, но я думаю, там двушечка есть. Против течения тащишь. Такое ощущение, что там крокодилище. Видишь, как работает большая? Нет. Андрюх, на краю сидит. Стой. Все. Даже двушки нету, да. А на течение он прям сразу раз и свалился с приманки. За краешек он цепляется. Сейчас уберем. Да, что там фото? Сосед маленький. Фоток, ребят, у меня будет в этот раз не очень много. Поэтому... У тебя остались эти приманки? Так, такие? Да. Ну да. Такого размера большого. Да, я еще взял там другие. Ну, она цвет другого, но размер даже есть побольше чуть-чуть. Не, ну видишь, у тебя этот работает и вчера, и сегодня. Да, приманка реально очень хорошо работает. Это Гоблин, компания Герман. И вот такая у меня замечательная чебурашка. Это компания Днепросвинец. Давайте еще больше? Да. Такую ты про это говоришь? Ну вот я еще, там такая же есть, как у меня. Ну, я знаю. И вот это я взял новую еще, да. И вот это я взял еще новую. У меня просто крючков таких больших нет. Надо. В принципе, они нравятся. Там двойник у меня есть. Такой же, как у тебя? Да, большой, хороший. А где? Там же, в сумке на дне, посмотри. Не хочу, знаешь почему? Почему? Лес тут давно. Тогда не надо, да? Да. Тогда поставь что-нибудь двухсантиметровое себе. Тогда поставь что-нибудь двухсантиметровое. Блин, как железку-то опять забыли? Что-то мы все, аккумулятор забыли зарядить. Так, ладно. Собрались. Давайте по столу идем. Столик. Столик. Столик 5-6 метров. Столик. Отбивает. Вот ямка. Это 8-9 метров. Там даже десяточка где-то, по-моему, в середине есть.
ямка до 10. Вчера с этой ямки, я говорю, четверочку достал. Спиннинг мой любимый, гидра, до 71 грамма, длиной 2,70. Жесткая палочка с очень опупенной чуйкой. Катушка Дайва Лекса, 6000-ная. Шнур стоит Юзури Хардкор, как на X8 Pro, по-моему. 0, по-моему, 0,16 или 0,14, сразу и не вспомнишь. Так, потычки есть, но их немного. Вот он в ямку падает. Так, надо снять свою одежду. Обнажить, так сказать, тельце. У Андрея Дагвуд спит с тестом до 51 грамма, длиной тоже 2,70. Это бюджетная палка от компании Sportex с 10-летней гарантией. Это юбилейная серия, которую они сделали, по-моему, к 75-летию, что ли. Могу ошибаться. Вот, она подешевле стоит. У меня гидра, она подороже, наверное, рублей на 5. Но, говорю, мне вот больше нравится гидра. На спортовские палки 10 лет гарантия. Если вы регистрируетесь на официальном сайте, с каждой палочкой идет специальный такой паспорт, к ручке он крепится. И вы должны зарегистрироваться на офсайте. И вам будет 10 лет гарантии. Ссылку, кстати, оставлю под видео по промокоду Diver. Еще будет дополнительная скидка 10%. Она суммируется с любыми скидками, которые уже у них есть, будут там или... Короче, это доп. Скидка, которая действует, ну, по крайней мере, пока постоянно. Сейчас еще здесь побросаем. И, возможно, переедем на другой пупок, на другой столик. И попробуем с другого стола положить. Судак здесь точно есть. Ну, может быть, вот еще приманку надо будет сменить. Может быть, поклевок будет побольше. Но менять не хочется, так на эту приманку довольно-таки неплохо мы недавно отловились. Вообще красно-белый цвет и воблерочки, и силикон очень-очень неплохо работают. Блин, мало поклевок на падение в яму, значит, там его нет особо. Стайки нету. Может быть, не время, может быть, попозже чуть зайдет. Ну, на это место он должен прийти. Не сегодня, так завтра. Вопрос, когда? Может быть, и сегодня. Там кормовой столик. Вроде бы все вот так одинаково. Ну, по берегу смотреть. Рельеф одинаковый. Но есть мыс. Значит, соответственно, здесь, ну, предположительно, должен быть как, ну, как, типа какой-то косы там, да, что-то, какой-то выступ под водой. И если пробить холотом, то на самом деле там так и есть выступ. Здесь вокруг яма 20 метров, там 14, там 12, ну, в зависимости от разных мест. А там идет вот небольшой, это я не знаю, там, ну, вот как мы стоим от берега. Но он небольшой по какой-то причине выступ. По идее, он должен быть не такой длинный, но вот он приличный там. Так называемый стол. За ним яма. Опять и здесь начинается яма, и туда пошла яма.
Ну что, друзья мои, сегодня у нас будет второй день нашей рыбалки, скажем так. И мы попытаемся опять найти судака. Судака найти довольно-таки тяжело сейчас. Вода большая. Рыба разбросана по всей речке. Вот. Но рыбка ловится, и мы попытаемся ее сейчас поймать. Есть. Хороший? Ну, неплохой. Пёрочка. Ну, не знаю. На столе прям. Чё же это самое у меня? Это со стола. Может, мне твой поставить? Красно-белый? Поставь. Фрикционочек работает. Сюда подставь там. Thank you.
Да, крупный здесь стоит. А? Крупный стоит здесь. Пока подожди. Да. Вон он. Тихо, 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 тихо. Черненький. Раз и выплюнул. Размер, то ли цвет, блин. Резина хорошая, смотри, тренец. Не рвется? Три судака, да. И... Давай. А что цвет не стал менять? Еще разочек. Долгие паузы делать. Ну немножко придерживаю его на дне. Ну вот сколько секунд? Секунды три? Секунды две, наверное. Ой, кайф, вообще не могу, блин. Как же я люблю это дело. Да, Андрюх, там. Ух.
тяжелый, сука. Тяжелый, гребень. Он тяжелый. Нормально, нормально. Я сейчас перестану. Я катушка работает, ручка. Да, я фрик уже наладил. Да вообще кайф. Вот это самый-самый кайф. Ну ладно, блин, с тобой. Давай, не форсируй, пускай. Мы еще не знаем, мы еще даже его не видели. Какой он там хоть. Слушай, ну трешка точно есть. Ну вот. А, какая нахуй трешка? Кстати, аккуратно. Я сало. Файв. Хорошее место. Это файв. Файв. Не знаю, что-то трещим. Ладно, трещим. Четыре точно. Вот это красота. Вообще огонь. Германский силикон. Модель Гоблин, по-моему. Рыбалка, ты в Астрахани едешь, блядь, ебать, еще 30 километров, ты дурак, блядь. Ну, вот я такой, вот я люблю, я не могу, понимаешь. Я вот в апреле, то что не был, блядь, я еще с ума не сошел.